Привет всем! Сегодня продолжаю цикл видео о профессиональных риэлторах города Киева. Сегодня пообщаюсь с Маргаритой Полисбековой. Здравствуйте! Здравствуйте, Саша! Начнем, да? Да. Первый вопрос, который задавал предыдущим нашим коллегам. Как вы попали в риэлторство? Что вас привело? Какой стимул был? Ну, попала я в риэлторство достаточно сложным таким вот путем, то есть имея во взрослом возрасте уже, имея достаточно большой опыт работы и работы госслужбы, и у меня было собственное рекламное агентство, которое занималось организацией там, массовых мероприятий. По образованию я журналист, я закончила Московский государственный университет в свое время. И, в общем, достаточно долго я искала себя. Но мысль о риэлторстве, она как-то вот, ну, все время она у меня крутилась, я понимала, что мне это интересно. Я бы этим смогла заниматься, но как-то не складывалась. Ну, все время не складывалось, все время было что-то более важное, более оперативное, более вот на злобу дня. Вот. А потом случилось так, что я поменяла место жительства. Я переехала из другого города в Киев, и когда стоял вопрос о том, где работать, я подумала, что та ниша, которую я занимала в своем городе, здесь так достаточно плотно занятая, чтобы идти, это нужно... Ну, расталкивать всех, ну, я не была готова к тому. А вот по поводу риэлторства я подумала, что эта ниша, она... объемная, то есть и она не останавливается на одном каком-то, на одном каком-то цикле. То есть недвижимости много, одно продается, другое покупается, покупатели одни приходят, другие уходят, и поэтому иметь постоянных клиентов, постоянных покупателей, вряд ли те, кто на рынке были в тот момент, они этот рынок застолбили на всю жизнь. Поэтому я решила, что там, наверное, найдется для меня место. И поэтому вот я начала буквально с азов, то есть я пришла в крупное агентство недвижимости, одно из там самых знаменитых, самых брендовых, и сказала, а давайте попробую. Ну, меня взяли на работу, меня начали учить, но я училась даже не столько благодаря тому обучению, которое я там проходила профессионально, я училась потому, что мне это было интересно. И у меня буквально в первый месяц моей работы, у меня уже прошла первая сделка, и мне все говорили, слушай, ты обманываешь, что ты никогда в недвижимости не работала. Да, ты, наверное, в недвижимости уже имеешь какой-то опыт, ты просто об этом скрываешь. А я просто имела опыт работы с людьми и опыт работы в продажах, и я понимала, что нужно людям, искала, выявляла эти потребности, старалась их удовлетворять. И вот так вот оно потихоньку. Но, в общем-то, вот уже больше 10 лет я занималась недвижимостью, и пока на данный момент искать какую-то другую работу я не планирую. То есть опыт работы в рекламе очень помогает, да, вам сейчас? То есть то, что вы получили образование журналиста, то есть оно проявляется в ваших статьях, очень хорошо пишете и делаете аналогии нашей профессии. Там очень мне понравилась статья о розах, о врачах. То есть, насколько я понимаю... Аж пихи и невесты. Да. Я думаю, мы в нашей рассылке читали и, кстати, и приводили на последней встрече эти аналогии. То есть, можно сказать, что вы пришли с тем опытом, который очень удачно сейчас вам помогает в вашей деятельности. То есть нельзя сказать, что человек просто с улицы пришел и начал заниматься, и, как вы говорите, в первый месяц там взял что-то, там закрыл, какое-то сделал. То есть, скорее всего, надо какой-то опыт работы, то есть общение с людьми, какие-то коммуникабельность иметь. Да, какой-то общий жизненный опыт. Вот я сейчас восхищаюсь с коллегами, которые работают по 22 года, 23 года, то есть, а им сейчас-то 40 еще нету. Думаю, что они пришли, это было их первое место работы, они пришли тогда, когда рынок недвижимости Украины только-только начал образовываться. И вот они всю жизнь недвижимости, они наработали опыт, и понятно, что они сейчас одни из лучших риэлторов, те, которые столько продержались. Но в то же время я понимаю, что, наверное, что-то они в своей жизни упустили, потому что, занимаясь только риэлторской деятельностью, очень сложно понять те задачи, которые ставят перед нами клиенты, ставят перед нами вся жизнь. И поэтому сказать конкретно, что вот у меня есть опыт там рекламной работы, поэтому я хорошо там размещаю рекламу. Нет, это не так просто. Потому что, допустим, тот же опыт журналистики. Я закончила факультет журналистики, я не работала профессионально в изданиях именно писать, несколько лет, лет 15 я вообще с этим не сталкивалась. А много писать начала как раз именно, начав заниматься рекламой, начав заниматься вот позже риэлторской деятельностью, когда в этом была потребность. Потому что просто журналистика, да, знаете, как вот работа переводчика, она на
первый взгляд кажется романтичное и интересное, но с другой стороны, переводить, когда кто-то о чем-то думает, и что-то кто-то делом занимается, а ты просто переводишь, ну как-то это так, ну, на мой взгляд, немножко ну, не тот формат, не тот уровень. И точно так же просто журналистика, просто записывать чьи-то слова и потом их транслировать, это, ну как, это полдела, это нужно, это важно, это интересно. А мне всегда было интересно просто, ну, благодаря каким-то, может быть, своим навыкам, умениям выявлять те ситуации, которые есть в нашей жизни, переносить их на недвижимость и потом уже использовать в своей работе. Поэтому это, конечно, помогает, но помогает не только именно мой опыт работы, любой опыт работы. Любой человек, который приходит в недвижимость, если он занимался до этого чем-то другим профессионально и работал с людьми, у него это ему будет, конечно, приносить большую пользу. Поэтому я понимаю, и что недвижимость – это дело не юных, не молодых ребят, которые вот только приходят и ищут свою первую профессию, которые загораются, что «Ой, тут, наверное, можно много заработать, самые большие деньги там крутятся в недвижимости», и поэтому вот они приходят. То есть для того, чтобы ну, стать успешным риэлтором, нужно все-таки иметь жизненный опыт. Кстати, по поводу успешности, насколько вы сами себя оцените? Среди других профессионалов, насколько вы успешны. Ну, я для себя сделал сам, я знаю, насколько вы успешны. А мне интересно, можно сказать, самокритичная ваша сторона. Я постоянно учусь. То есть я постоянно в обучении, и знаете, и чем дольше я работаю, тем больше я учусь. И тем больше я вкладываю в это денег, я езжу на семинары, я встречаюсь с профессионалами, я изучаю там видео, слушаю вебинары, то есть я постоянно развиваюсь. Поэтому сказать, что я достигла какого-то уровня профессионализма, что вот, ах, как хорошо, какая я замечательная, вообще лучше всех, конечно, до этого еще далеко. Знаете, совершенства предела нету. Но тем не менее, определенный уровень, я думаю, что у меня уже есть. И самое главное, что мой уровень, он разносторонний. То есть нет какой-то конкретной зацикленности на каком-то конкретном сегменте рынка, с которым ну, кто-то умеет работать, на какой-то конкретной работе, на какой-то конкретной операции. Вот многие агентства недвижимости, ну, не знаю, с какой-то целью делают, но они отделяют агентов от момента оформления. То есть один человек занимается тем, что он работает с клиентами, что он занимается, собственно, продажами, а потом, когда доходит дело до оформления документов, подключаются там другие люди, других специальностей, и на этом вот месте часто бывают какие-то сбои, какие-то стыки. То есть в моем случае я делаю работу от начала до конца, от выявления потребностей клиента, да, от выявления вот самых вообще целей и задач его, то есть зачем он это все делает, до момента, когда человек въехал в другую квартиру или получил деньги от продажи своей квартиры и решил свои вопросы. И вот я думаю, что в этом ну, есть какое-то ну, то преимущество, почему приглашают на работу именно меня. Я работаю сейчас самостоятельно, у меня пока нет помощников, которых, ну не то что пока, то есть у меня было время, когда я руководила агентством недвижимости, несколько лет оно проработало, в общем-то достаточно успешно, но потом я приняла решение, что лучше работать самостоятельно, вести полный цикл. Я открыла, я частный предприниматель, и честно плачу налоги. Кстати, наше государство многие ругают, а я в этом плане его честно хочу похвалить, потому что у нас условия для ведения бизнеса достаточно лояльные. Понимаете, те налоги, которые с нас берет государство, то есть действительно платишь с удовольствием, понимаешь, что они идут куда-то на благо государству, и они не отягощают настолько, чтобы прям вообще, что надо было бы искать, потому что я прям вспоминаю, когда я только пришла в недвижимость, когда агентство недвижимости пытались искать какие-то пути оптимизации налогов, чтобы там поменьше заплатить. Сейчас в этом абсолютно нет необходимости. Ну, вот, и поэтому я работаю самостоятельно, и, в общем-то, ну, не знаю, меня на данном этапе это устраивает. Хотя я думаю, что развиваться есть куда, и со временем, наверное, я приду к тому, что у меня будут помощники, что у меня будет какой-то штат людей, и, наверное, это усилит работу. То есть делегировать будете свои полномочия какие-то, да? Потому что бывает, вот, допустим, Олег Меншиков, у него вот, команда, которая он свои какую-то часть работы делегирует, у него это очень удачно получается, то есть мы сами свидетели его деятельности. То есть, честно говоря, тоже и на Олега ориентируюсь, и, ну, то есть то, что он показывает, есть чему поучиться. Вот, кстати, вот, ну, опять же, у каждого можно поучиться, у Олега, у Юрия Багина, у вас. То есть вы для меня как тот, я не знаю, там,
Да, ты называешь именно те имена, которые я хотела назвать. Это действительно, это лучшие люди сейчас в нашем сообществе. И этот список не ограничивается теми фамилиями, которые ты назвал. То есть у нас действительно несколько десятков риэлторов, которые работают в нашей системе партнерских продаж, и у которых действительно можно всему поучиться. А по поводу делегации полномочий, ну, наверное, да, каким-то, в какой-то степени. Но, с другой стороны, то, что могу сделать я, вряд ли, ну, точно так же, как любой человек, что если что-то хочешь сделать хорошо, сделай это сам. Вот. Но, с другой стороны, есть такие виды деятельности, которые можно поручить просто исполнителям. Я часто нанимаю фрилансеров, я часто нанимаю людей, которые вот выполняют какие-то конкретные задания. Понятно, что сам не набегаешься, не порасклеиваешься, не поразмещаешься. То есть зачем действительно тратить работу, тратить свое время, которое достаточно дорого стоит, на выполнение какой-то рутинной работы. Есть масса студентов, есть масса ребят, которые нуждаются в такой работе, и я им с удовольствием предоставляю, плачу, то есть, в общем-то, все довольны. Но хочется, конечно, в своем штате иметь таких постоянных. Опять же, да, это не значит, что если делегировать там, допустим, какие-то черные работы, да, то есть... Но это хочется... работа не черная, это работа, которую сейчас выполняют. Надо еще знать, где повесить. То есть, понятно, что перед ними ставится четкая задача, это все контролируется, и это все нужно очень тщательно, очень творчески к этому подходить, и все это делать очень хорошо. Поэтому в недвижимости черной работы, как таковой, ну, практически нету. То есть любая работа, ее надо делать с головой. То есть просто руками это, ну, тут ничего не сделаешь. Не, ну если, допустим, вопрос, хотя я и сам и баннеры вешаю, но иногда, казалось бы, человека взять, нанять, который тебе профессионально его повесит, да, но я видел, когда люди со стороны вешают, я понимаю, что то, что я его повешу, он у меня будет висеть, его ветер не разорвет, и он будет висеть до того момента, пока объект не продастся. Нет, ну если один баннер, да. Если нужно сделать сотню таких вот и расклеить район, то, конечно, это, лучше, конечно, нанять человека, который хочет этим заниматься, которому нравится этим заниматься, и, ради бога, пусть они работают. Поэтому риэлторы тоже, в общем-то, вносят свою лепту в трудоустройство кого-то из тех людей, которые ищут работу, которые временно находятся в каких-то, ну, таких условиях, которым нужна какая-то разовая работа. Я таких часто привлекаю. Ну, кстати, да, это отдельный момент в нашем разговоре. У нас даже так получается, что если взять обычное время, то есть время людей, которые работают на какой-то стационарной работе, да, у них, допустим, рабочий день с 9 до 5, допустим, да, а у нас же получается какой-то неограниченный. Мы и на выходные работаем, и на праздники. Те же объявления на столбе, бывают свои вечера, свои выходные тратим, чтобы там повесить объявление. Вот хотелось бы спросить, каким образом влияет риэлторская деятельность в вашей жизни? Мешает она вам, там, дополняет что-то, там, то есть насколько вы кайфуете от этого всего? Ну, риэлторство – это не просто работа, это образ жизни. Вот как бы это ни было, вот что бы об этом ни говорили, это действительно так. И вот сколько ни пыталась ко мне на работу приходить ребят, которые там чем-то занимались, говорят, а свободное время, у меня остается много свободного времени, я готовась бы заниматься продажами там, или арендой, я могу ездить на просмотры. Или была девочка там маникюрша, говорит, и у меня там буквально там, ну, пару часов в день есть работа, остальное время я могу заниматься. Нет, так не получается. То есть это должно быть действительно, это образ жизни, это понимание, что в первую очередь работа, а потом вокруг нее все остальное. Потом разговоры о том, что у риэлторов свободный график работы, это многие считают одним из преимуществ, почему можно идти на работу риэлтором. И советуют, это же такие рекомендации, слышала там мамам с маленькими детьми, что вот идите работать риэлтором, а вы не будете привязаны все время там к рабочему месту. Ну или каким-то людям, которые действительно просто, ну, не могут полный рабочий день заниматься работой, нет. Тут работы получается не меньше, а больше. У нас просто более гибкий график работы. Мы можем выстроить свой график своей жизни с учетом того, что на работу нужно будет тратить определенное количество времени. Часто зачастую получается это время сложно спланировать. Хотя вот чем дольше я работаю, чем больше я считаю себя профессионалом, чем больше с уважением отношусь сама к своему труду, а соответственно и мои клиенты тоже начинают к этому относиться с уважением. То есть мы можем составить такой график, который действительно всех устраивает. То есть я не срываюсь по первому звонку клиента, не учусь показывать, если ему просто что-то чем-то он заинтересовался. Я много вопросов решаю по телефону, много вопросов решаю с помощью интернета, скайпа. То есть прежде чем куда-то выехать, все-таки Киев город достаточно большой, я работаю по всему городу. То есть как у меня не хотелось бы мне сузить сегмент и заняться какой-то определенным районом или каким-то определенным местом, чтобы терять меньше времени, по крайней мере, на переезды, не получается.
То есть я работаю не с объектами, я работаю с людьми. И поэтому, если у человека есть потребность продать что-то в другом районе города, то есть, ну, если только оно за городом, я тогда делегирую, там, ну, я нахожу партнера, кому-то передаю, мы начинаем сотрудничать. А если внутри города, то я, как правило, выезжаю, начинаю работать. И вот получается, что переезды по городу отнимают массу времени. И вот раньше я жила... Квартира, в которой я жила, находилась рядом со станцией метро. Мне казалось, это так здорово, это так удобно, даже это большой плюс, это быстрее. А потом, а сейчас я переехала в другое место, и у меня нет рядом станции метро, у меня езжу на маршрутках. И я нашла в этом тоже плюс, потому что сел маршрутку, у меня конечная остановка этой маршрутки. Сел, взял телефон, и пока доехал до нужного места, переговорил со всеми, договорился, обсудил. А люди иногда реагируют тоже очень интересно. Смотрю, разговариваю что-то, ну стараюсь не громко, конечно, разговаривать. Поворачивается женщина, смотрит на меня, говорит, ой, извините, я вам, наверное, мешаю. Она говорит, не-не, мне очень интересно, говорите, пожалуйста. То есть люди слушают, иногда бывает такое, даже что вот так вот в транспорте, я знакомлюсь, ну то есть вот совсем недавно я продала достаточно дорогой объект, квартиру на Печерске, познакомившись с девушкой, которая ехала в маршрутке со мной на соседнем сиденье. Я кому-то что-то отвечала, она со мной поговорила. Поэтому, ну это действительно, это образ жизни. Это не то, что вот там с 9 до 6 я работаю риэлтором, а после 6 я там занимаюсь там, да, домашними делами. То есть позвонить могут в любое время, на телефоне нужно быть всегда. Вот это действительно, это особенное, что телефон должен быть включенный всегда в любое время, потому что у людей ну, совершенно разные представления о том, когда можно звонить риэлтору, когда нельзя звонить. Ну тут уже, ну это издержки профессии, в общем, самые мелкие, на которые можно внимания даже не обращать. А, хотел, кстати, вопрос задать по поводу свободного времени. Получается, у нас как раз вот отличие по поводу с другими специальностями, да, в том, что у нас немного свободного времени, а мы его максимально выгодно используем для, опять же, наших клиентов. Ну, допустим, сейчас спрошу вас по поводу отличий, да, допустим, от других риэлторов, которые работают в узкоспециализированных каких-то там сегментах, продают только квартиры. Зная вас, то есть вы продаете и дома, и квартиры, и коммерческую недвижимость. Ну да, вот мы сейчас как раз проводим эту съемку в объекте коммерческой недвижимости, да. То есть большое помещение, почти 600 квадратных метров. Вот я думаю, что в скором времени оно будет продано, то есть мы сейчас ведем переговоры с покупателями, но вот сейчас еще успели еще сделать съемку. Кстати, тут и съемка, ну, я не знаю, это будет интересно нашим зрителям, но здесь выпускались мультфильмы определенные тематики. Да, были арендаторы, которые действительно занимались тут. И по всей стране об этих мультиках знают, ну, попустим этот момент. Вот хотелось бы все-таки узнать ваше отличие от большинства риэлторов. То есть в чем ваш конек плюс, за что именно вас выбирают? Вы можете сами себя как бы так о себе рассказать? Ну, я думала об этом, действительно, вот чем я отличаюсь от всех остальных. Ну, наверное, знаете, вот если есть цель какая-то, вот стоит перед нами цель. И к этой цели все идут разными путями. Во-первых, какая, смотря какая это цель, а во-вторых, каким способом к этой цели можно попасть. Если вот сам хозяин начинает заниматься продажей квартиры, он, скорее всего, ну или какого-то другого объекта недвижимости, он, скорее всего, берет какой-то самолетик бумажный. Вот он считает, что а что тут делать? То есть как у нас вообще водится? Учить, лечить, руководить страной, играть в футбол, это могут абсолютно все. Да. Ну точно так же вот и недвижимость. А что тут такого, что они делают, за что я буду им платить такие деньги? Я размещу объявление, и все, вот там сейчас набежит куча покупателей, и я его там быстренько продам. Ну то есть вот такая аналогию провести, это цель, он запускает самолетик, бумажный самолетик. Вот запустил, ну то есть теоретически может быть, конечно, поток воздуха возьмет и принесет его к этой цели, и все получится. То есть бывает такое, не говорю, что это он не попадет точно. Есть большая категория, много-много людей, которые вот к этой цели немножко, у них другая. Ну, она в том же месте стоит примерно, потому что она смежная, но у них цель заработать денег на недвижимость. И он берет много бумажных самолетиков, много, и кидает туда вот ту цель. Вот они полетели, и какой-то из них, наверное, туда долетел. Хотя каждый клиент, каждый продавец, который к ним обратился, который дал им свою заявку, думает, что кидают же в его самолетик, и вот в его цель, и вот в его цель попадут. Ну, а на самом деле, оно куда попадет, то тот он доволен. Он заработал свои там 100 рублей, то есть все отлично, все, он там на кусок хлеба себе уже на какое-то время он себя обеспечил. Ну, вот, я стараюсь работать по-другому. То есть если у меня нет много объектов, то есть мы говорили уже о том, что у меня есть объекты разные, но по количеству их, ну вот сейчас вот я проанализировала, вот у меня сейчас 4 объекта в продаже.
То есть, ну, два вот в этом месяце мы продали уже. Ну, вот, а сейчас четыре объекта в продаже. Ну, правда, один из них – это такой многоквартирный дом на 12 квартир, который сейчас вот мы хотели снимать там, но хозяин сейчас там как раз затеял реконструкцию. Поэтому я думаю, что через какое-то время, ну, буду его, ну, активно выставлять в продажу, там будет продаваться несколько квартир. Ну, но вот четыре объекта, потому что больше заниматься, большим количеством, да, большим количеством заниматься некогда. И поэтому для того, чтобы попасть в эту цель, мне нельзя пускать самолетик, мне нельзя там даже кучу самолетиков туда забрасывать. Мне нужно продать вот эти объекты, по которым у меня подписаны эксклюзивные договоры, где люди в меня поверили, и я дала им обещание, что я это сделаю. Поэтому я беру им что-то типа лука и вот конкретно стреляю по этой цели. Вот да. И хозяева понимают, что идет целенаправленная стрельба. Ну, понятно, что я, ну, не могу гарантировать, что на 100% я каждый раз буду попадать в десятку. Но я все-таки тоже живой человек, я тоже учусь. Я стремлюсь к этому, конечно, моя цель, чтобы у меня была в руках не арбалет какой-то, а была такая снайперская винтовка, чтобы взял объект. Да, и все время только в яблочко. Но я думаю, что это дело будущего, хотя на нашем рынке это достаточно сложно делать, потому что рынок меняется очень часто, ситуация меняется постоянно, мы очень зависимы от ситуации в стране, от валюты, от фондового рынка, там, от биржи, от очень много составляющих, да, поэтому, ну, все время вот делать одни и те же действия, знать, что вот если сейчас вот возьмешь, сделаешь шаг такой, обязательно получишь результат. Но, к сожалению, каждый раз, каждая сделка, хотя их в моей жизни уже там больше сотни, даже одно время считала, а потом просто перестала это делать. Да. И каждая сделка, она все равно уникальная, она необычная, и что-то в ней новое открывается, и что-то в ней новое для себя узнаешь. Кстати, и благодаря тому, что все сделки разные, и объекты разные, нету такой монотонности в этой специальности. Да. То есть все время что-то новенькое узнаешь, с новыми клиентами. То есть ты не сидишь просто тупо там на телефоне и одну ту же речь. Или ты, допустим, не знаю, не хочу там кондукторов, допустим, никак там сказать, что у них очень плохая там. Но вспоминаю, когда-то еду, и кондукторша туда-сюда ходит, и говорит все время, оплачиваем проезд, там талончики. Я потом словил себя на мысли, она же так говорит по несколько сот раз в день. На тарнице на рынке сидит тетка, которая, ну, лет 10, наверное, говорит, папилломы, бородавки. Думаю, боже, как она другие слова знает или нет. Легче записать это и аудио включить, правильно? Да. Ну, кстати, вот это у вас очень такая хорошая способность, опять же, вот только что ее провели, по поводу аналогии, опять же, вот эти самолетики и розы. Очень интересно. А, кстати, знаете, вот оно интересно, но его сложно повторить. Вот буквально совсем недавно мне ребята сказали, что пытались, вот мои аналогии, вот этим способом пытались работать, выглядит смешно и непонятно. Просто дело в том, что, ну, это не скрипты, это не то, что вот придумал, посидел, подумал, там записал, потом вот ее высказал. Вот общаешься с человеком и понимаешь, что ему интересно. То есть это не НЛП, это не манипуляция какая-то. Это рыбалка, да, интересно? Да, если человеку интересна рыбалка, значит, начинаешь недвижимость связывать с рыбалкой, начинаешь там, ну, на понятном ему языке объяснять. Почему вот эта вот история там женихом и невестой там вызвала там много лайков, потому что, ну, тема особенно для молодежи, для молодых, она очень понятна. То есть когда речь шла о том, что чей клиент, покупатель, он принадлежит риэлтору или не принадлежит. А на самом деле, что покупатель, да, или покупатель сам должен понять, вообще нанимал он этого риэлтора или не нанимал. Вот. Поэтому повторить это действительно очень сложно. А вот как раз вникнуть в ситуацию человека, понять его и разговаривать с ним на его языке, это просто, ну, это по жизни так вот просто происходит, и поэтому это нужно делать. Так, Маргарит, расскажите, какие самые интересные сделки были в вашей жизни? Парочку приведите, потому что очень интересно будет знать и мне, и, я думаю, зрителям. Но сделок действительно было много, но, знаешь, запомнились как раз не те, которые были самые успешные, на которые больше всего заработал денег, или там, которые, хотя эти тоже запомнились, я им тоже скажу, а запомнились те, которые не получились, которые сорвались. И вот начинаешь думать, а почему, начинаешь искать свою вину и потом изменять. Например, очень давно еще, на самом начале моей риэлторской деятельности, у меня были клиенты, которые искали однокомнатную квартиру для дочери, которая
которой было 18 лет, которая только вышла замуж. Ходила эта мама, постоянно причитала, что она такая молоденькая, она уже вышла замуж. Ну как же это вот, она же без нас будет жить. Вот надо обязательно, чтобы это была пешеходная доступность от нашего дома. То есть жили они где-то в районе Оболони, и мы ходили, вот искали в соседних домах, мы нашли уже буквально там две квартиры, которые подходили, там должны были приехать собственники, чтобы надо было согласовать уже цену. То есть уже мы на финишной прямой. Два дня паузы, я перезваниваю, говорю, так, во сколько мы встречаемся, чтобы согласовать цену? Они говорят, вы знаете, а мы вчера дали задаток на левом берегу за трехкомнатную квартиру. Я говорю, как трехкомнатную, как на левом берегу? С Оболони на левый берег. Она говорит, ну она по цене была такая же, как эта. И мы подумали, что ну, у них же дети будут, им же надо будет развиваться. И я тогда была поняла, думаю, ну вот я не поняла, что нужно людям. Я начала буквально выполнять их задачу. Начала искать то, что они хотят, да, вот им нужна однокомнатная квартира в этом районе, вот я ее ищу. А нужно же было поговорить, нужно было посидеть с этими людьми, понять вообще их потребности, их ценности, их вообще поговорить с этой девочкой, хочет ли она жить рядом с родителями. И, в общем, вот эта сделка, конечно, хоть она и не состоялась, но она там заставила меня просто пересмотреть отношение к выявлению потребностям у клиентов там очень серьезно. Вот. А одна из сделок, которые получились, то есть это вот как раз сделка по современной технологии, по системе партнерских продаж и по продаже с низкого старта. Она получилась, причем это было, когда сама хозяйка просто обалдела, когда это все произошло так быстро, то есть это была однокомнатная квартира в очень грустном состоянии, очень-очень-очень. Вот хозяйке было 70 лет, а она получила ее в наследство от своей тети, которая умерла в возрасте 90 лет. И еще у этой тети была собачка, которую она последние годы просто не в состоянии было выводить, и поэтому эта собачка находилась в квартире все время. Ну, можете себе представить, что это квартира, за которой никогда не было ремонта, и вот эту квартиру нужно было продать, и мы начали ее, мы поставили ее цену ниже рынка, ну, процентов, наверное, на 25, потому что, ну, это было, ну, действительно, в нее было страшно зайти, в эту квартиру, хотя сделали, насколько это было возможно, но понятно, что этой бабушке ремонта делать, ну, просто не было финансовых возможностей. Вот. Но зато в течение недели мы подняли, мы всколыхнули рынок, у нас было такое количество просмотров, что, ну, мы получили там, ну, наверное, с десяток предложений, мы выбрали лучшее, и в результате мы продали ее по цене выше среднерыночной, там, ну, процентов на 10, наверное, ну, вот, и при том, что в соседних домах по такой цене, как мы продали, продавались квартиры, которые типа с ремонта. То есть, ну, понятно же, какие могут быть в хрущевках ремонты, то есть, но, ну, тем не менее, ну, вот, люди могли купить там чистенькую квартиру, а они все-таки выбрали нашу, потому что увидели все ее преимущества, мы сумели ее показать. То есть, ну, в чем было достоинство этой продажи, в том, что хозяйка поверила мне, то есть она выполняла все рекомендации, которые вот я ей делала. Она, если нужно, она не присматривала, не приходила на просмотры, если нужно, она приходила и там подтверждала то, что я говорю. Она, ну, единственное только, что она приняла решение, что вот давай продавай сейчас, потому что, ну, я чувствовала, что можно было бы еще чуть-чуть поднять, но хозяйки уже просто не выдержали нервы. Да, она сказала, что мне больше не надо, то есть вот мне достаточно той суммы, которую мы вручаем вот от продажи квартиры за такую цену. То есть вот это запомнила сделка. То есть по наилучшим условиям, то, как вы изначально, наверное, ей там не пообещали, а то есть вы сказали, какие надо определенные действия провести, да, да, для продажи. То есть создали спрос, да. И опять же это подтверждает то, что не продаются объекты интернетом или там какими-то объявлениями. Непосредственно квартиры продаются продавцами и именно на месте. То есть главная цель, чтобы человеку показать объект, чтобы он на него пришел. Потому что, как правило, у нас начинают по телефону торговаться, там, какие-то непонятные вопросы задавать. Да. То есть при этом даже не выезжая на сам объект. Они даже не понимают, что возле объекта может быть какой-то парк для их детей. А так, вы говорите, по аналоги, ну, с ремонтом стоили по такой цене, то есть это очередной раз показывает, что люди неправильно с той стороны работают. Квартиру продают на самом деле действительно люди, действительно риэлторы, которые на просмотре конкретно работают с покупателем, конкретно работают со своим коллегой. Потому что удивляют, конечно, те, которые не выезжают на просмотр, пытаются торговаться по телефону. Первый вопрос, а вы торгуетесь, а насколько вы торгуетесь? То есть это, конечно,
просто до смешного. И ситуация, когда клиентов отправляют на просмотр самостоятельно, когда они не идут с клиентами. Или когда просят меня, что ну вот вы сегодня там не показываете, а там выходя ваш дома, ну отправьте, вот мы сами посмотрим, не волнуйтесь, мы вас не обманем. То есть я хочу сказать о том, что я всегда, может, за каким-то редким исключением, если там, не дай бог, что-то случилось там со здоровьем или какой-то форс-мажор, там такой вот, то есть, единичный случай за все мои там больше 10 лет работы, чтобы я не выезжала на просмотр, не показывая объект, или не ехала с клиентом, когда он едет смотреть объект на покупку. Потому что я езжу не для того, чтобы караулить своего клиента, а не для того, чтобы объяснить ему, что ты мне должен заплатить, вот я же твой риэлтор, я с тобой хожу, а потому что я понимаю, что ему реально нужна моя услуга. И даже продавец, который теоретически, вот он сидит дома, и можно к нему отправить, что он откроет дверь, пустит себе в квартиру. Но я объясняю людям, у продавца могут быть свои ситуации, у него могут быть тоже, опять же, свое состояние здоровья. У меня был один продавец, у которого явно была проблема с давлением, и я видела, когда он сам присутствовал на сделке, что когда заходит покупатель, он начинал волноваться, ему нужно было продать квартиру, это действительно было для него принципиальный момент. Я видела, как он покрывается красным цветом, и я понимала, что у него состояние, его лучше его поберечь, и поэтому просила, чтобы просмотры проводились без его присутствия, и действительно мы достаточно быстро продали квартиру. И точно так же с покупателем, то есть мы приходим не для того, чтобы просто проконтролировать, чтобы ему, не дай бог, не дали там телефон коллеги там или еще кто-то, а мы приходим для того, чтобы им показать все достоинства, все недостатки, предостеречь их от покупки квартиры, которая нравится. Хотя это действительно, многие говорят, что неужели риэлтор там себе в убыток скажет о том, что этот объект плохой, и когда говорит о покупке. Да, естественно, скажет, потому что те люди, с которыми я работаю, не скажу, что все 100%, которые у меня проходили сделки, я со всеми продолжаю общаться и дружить, но с достаточно большим числом людей, и я поэтому и не меняю телефон. У меня одни и те же телефоны уже многие-многие годы. Но вы своим именем дорожите, правильно? Да, потому что я знаю, что мне могут позвонить люди, с которыми я общалась 10 лет назад, и они помнят меня и спрашивают, а вы еще занимаетесь этим? Я говорю, да, естественно. И они обращаются ко мне с какими-то новыми просьбами, с новыми поручениями. И если вот так вот я просто ради того, что мне сейчас нужны деньги, скажу, вот вам нравится этот объект? Да, я вижу, что у него там трещина в стене, что у него там что-то, окна выходят непонятно куда, а под домом проходит там железная дорога. То есть я не привлеку их внимания, потому что они увлеклись в это время белочкой, которая бегает у них там под окошком. Ну, люди, потому что тоже, или особенно молодые ребята, они почему-то, когда ищут квартиру на покупку, они редко обращают внимание на важные моменты, а много обращают внимание на какие-то внешний вид, да. И вот он смотрит квартиру, говорит, ну и тут обои отклеились. Я говорю, нет, то, что обои отклеились, это абсолютно не важно. Конечно. Да, а вот обращайте внимание на какие-то вопросы, связанные с коммуникацией, с соседями, с самим состоянием дома, с окружением, да, с возможностью подхода, потому что если вокруг дома что-то ужасное, то, конечно. И, кстати, еще одна тоже из сделок, которые не состоялись, и не могли состояться, но запомнились мне там на многие-многие годы, когда я просто позвонила, когда сейчас я клиентов очень редко ищу сама, и холодные звонки я практически не делаю. То есть, слава богу, мне в этом уже сейчас нет необходимости, ко мне звонят, ко мне обращаются, меня рекомендуют. Вот. Но было, естественно, я проходила через это, я просто брала базу объявлений, которые покупали там у специальных этих организаций, которые продают их там за умеренные деньги, и просто в тупую сидели, обзванивали. Вы продаете квартиру? Да, вот, а давайте я вам там предложу свои услуги, а можно я попродаю вашу квартиру? Я тоже через это когда-то проходила. Вот. И вот один раз я попала на женщину, которая мне ответила, что нет, риэлтор, ни в коем случае, не звоните мне больше. Но я как-то умудрилась ее зацепить, я все-таки с ней поговорила, что такое. Она говорит, вы понимаете, что я купила эту квартиру, я не знаю, меня заколдовали, меня риэлторы просто довели до такого состояния, что я взяла ее и купила. Хотя вот я сейчас в ней поселилась, она настолько ужасная, она настолько плохая, что я ее опять выставила на продажу, я не могу в ней вообще находиться, я ночую у подруги, потому что мне эта квартира настолько не нравится. Ну, я, конечно, удивилась очень, думаю, я не знаю таких риэлторов, честно, которые вот просто занимаются НЛП или там какими-то манипуляционными технологиями на таком высоком уровне, чтобы можно было вот кого-то заставить что-то купить.
Вот. Но тем не менее я поняла, что ну, действительно надо думать о том, что будет потом. Даже репутация своей. Да, даже те редкие объекты по аренде, которые у меня есть, я вообще арендой не занимаюсь, я занимаюсь продажами, но есть там ну, с десяток, наверное, объектов, которые я сдаю в аренду уже много лет. То есть вот, ну, мы сдали в аренду, люди заселились, пожили там год, два, три, сколько нужно, съехали, опять мне хозяева звонят, опять вот я заселяю новых людей. И когда ко мне приходят и говорят, а давайте там обманем хозяев, там, допустим, хозяева там не хотят, чтобы там люди были там с домашними животными, или там какие-то у них собственные пожелания клиента. А давайте мы хозяевам об этом не скажем. А потом, ну, узнают, ну что, не выгонят же. Да, ну, то есть там уже будем разбираться. Мне надо, чтобы мне перед этими хозяевами не было стыдно. И поэтому любая продажа, любая сделка, вот она действительно, ну, в первую очередь пропускается через призму того, как хозяева, ну, как мой заказчик к этому отнесется. Чтобы он был доволен моей работой, и чтобы он потом меня порекомендовал, и чтобы потом он снова ко мне обратился. То есть, можно сказать, вы своим одним каким-то поступком можете на всю свою 10-летнюю, там, 20-летнюю деятельность поставить крест. Конечно. То есть, репутацию замочить таким образом, что там за 2 копейки вы потеряете там свою будущую. Конечно, потому что, знаете, хорошее, но потому что не я это придумала, это все знают, что о том, что произошло хорошее, расскажут, может, там, двум-трем своим человеком. А если кому-то что-то сделали плохого, расскажут там всему миру. Поэтому тут действительно там 100 раз подумаешь, вообще нужно или не нужно там что-то скрывать или что-то. А риэлторы всегда виноваты, но опять же, ну, нашему народу ну, всегда нужно найти кого-то виноватым, потому что вот, когда цены росли, да, тоже говорили, что это все риэлторы накручивают, хотя пытались вам объяснить, что нам смысла никакого нет накручивать цены. Нам важно, чтобы у нас происходили сделки, чтобы вы покупали. А купите вы там на $10 дороже или на $10 дешевле, то есть наша комиссия от этого сильно не повлияет. То есть нам важно, чтобы вы покупали. Поэтому, ну, какая есть цена на рынке, такая есть. А сейчас вот идет обратная ситуация, когда вы риэлтора пытаются обвинять, что вы все сбиваете цену. А мы не сбиваем цену. Мы реально, кстати, вот из последних, вот я недавно получила письмо от своих клиентов, с которыми был достаточно тяжелый предварительный разговор. То есть я сначала, прежде чем подписать договор с клиентом, мы сначала долго сидим, выясняем действительно их потребности, выясняем их желания, планы, а что будет, если мы не продадим, а почему именно такая цена, а какие у вас дальнейшие действия будут. И вот когда мы вот уже приходим к какому-то соглашению, тогда мы подписываем договор. И вот с этими людьми мы подписали договор на стоимость. Ну, не буду сейчас называть цифры, потому что цены меняются. И, ну, подписали на стоимость, которая была вот предельна для их решения их вопросов. Вот, я говорю, будет возможность продать дороже? Мы продадим. То есть, если будет спрос. Да, вы да, я сама заинтересована, мы с ними на одной стороне находимся. То есть, чем дороже они продадут, тем больше я получу денег, хотя, ну, это не такая значительная часть. Рекомендация, вы покажете, что вы можете дороже. Да, и был очень тяжелый разговор, вплоть до того, что через там несколько дней после начала работы они мне звонили, нет, мы все-таки хотим на 3000 больше. Я говорю, да нет, ну хотеть вы можете на сколько угодно больше, а я хочу на 10000 больше. Представляете, как я хочу? То есть я же тогда больше заработаю. Я говорю, ну давайте вот ну, вернемся к нашей реальности и будем продавать за столько оно реально продается. В общем, продали мы действительно достаточно быстро квартиру по цене, которая их устроила, которая решила их проблему. Даже получилось немножко дороже, потому что мы сумели сделать так, что ту мебель, там, бытовую технику, которую они хотели продать вместе с квартирой, вложить стоимость квартиры, мы ее все-таки выделили отдельно, и они ее продали отдельно, и поэтому, в общем-то, какие-то деньги они получили дополнительно. Но речь не о том, а о том, что прошло уже 3 месяца после того, как произошла эта сделка, я уже об этих людях, ну, понятно, что я своих клиентов всех помню, очень люблю и очень уважаю, но тем не менее, каждый день о них уже не думала, как тогда это было. И вдруг я получаю письмо от этой девушки, говорит, спасибо вам большое за ваш профессионализм, что вы нас все-таки настояли, что нужно продавать вот по той цене и нужно продавать сейчас. Потому что мы сейчас анализируем рынок, и мы видим, что если бы мы сейчас ее выставили бы на продажу, то мы бы ее продали бы, ну, процентов, наверное, на 20 ниже, чем, да, чем мы. 3 месяца всего. Да, прошло всего 3 месяца. Так что рынок у нас такой, ну, на который нужно реагировать, который нужно понимать. А другая была ситуация, когда хозяйка тоже благодарила меня за то, что я ее убедила в данный момент продавать квартиру по более низкой цене, чем мы рассчитывали. Хотя можно было пытаться выжить, но это было на том моменте, когда был скачок курса доллара, а застройщики еще не отреагировали. Застройщики, цены на недвижимость, да, на первичке, они были еще гривневые, вот те, которые были раньше, а доллар уже ушел вверх.
И поэтому вот на этом курсе доллара они решили свою проблему, хотя в абсолютных цифрах, да, они ожидали там получить 160 тысяч, получили они 125 тысяч, вроде как. При этом они закрыли свои вопросы, да? Они закрыли все свои вопросы, они купили себе новостройку, какую хотели, то есть у них все получилось вот так, как они хотели. Не надо было привязываться к какой-то определенной цифре. Да, если бы не привязались, да, они просто сейчас бы были, ну, не в наилучшем. И, кстати, о сделках, которые не состоялись, тоже у меня, сейчас у меня сделки проходят достаточно быстро. То есть такое бывает, ну, при правильной стартовой цене, при правильной технологии, при правильном поведении хозяина, да, ну, не обязательно низкий старт. То есть это может быть и низкий старт, это может быть и высокий, средний старт. Потому что иногда там тоже, чтобы не перестараться. И если продаешь ниже рынка, то может прийти большое количество людей, которые просто нецелевые, которым это не нужно. Вот, но, в общем-то, нормальная продажа происходит в течение 2 месяцев при нормальной стартовой цене. Ну да, ну это с оформлением документов, с тем, чтобы там люди там привезли деньги, откуда-то надо решили все свои проблемы. Вот. Если оно не продается за это время, значит что-то не так. То есть чаще всего не так это стартовая цена, на втором месте это неправильное использование технологий, там на третьем месте, кстати, может быть даже не на третьем, а может быть это в период месяца, это неправильное поведение хозяев, когда хозяев... Мотивацию сами свою не понимают, то есть хотят одно, но по факту, когда проходит время, они могут свои вопросы совсем другим образом решить. И при этом они, получается, не хотят продать, а попродавать. Ну, этот момент я выясняю еще обычно на первой встрече, на первой, второй встрече, да, когда мы выходим уже на продажу, тогда уже, как правило, понимаем, что им надо продавать. Но дело в том, что, опять же, учить, лечить, играть в футбол может каждый, и поэтому, когда человек подписал договор, вроде как нанял меня, а потом начинает рассказывать о том, как, что мне надо делать. А вот разместите рекламу туда, давайте повесим плакатик вот здесь, а вот это вот ни в коем случае нельзя делать. То есть, если повесить там плакат на мой дом там, или там, на мой забор, да вы что, а соседи узнают? Это тогда вопрос, зачем вы нужны клиенту, правильно? Да, я говорю, если вы сами все это умеете делать, так, ну так давайте. То есть какая ценность вашего присутствия в данном процессе? Да, поэтому один из вопросов, которых я выясняю перед подписанием договора, что я могу сделать для клиента, чем я могу быть им полезна. Потому что есть целый ряд вопросов, и когда-то на семинаре у Артура Оганесяна, он когда сказал такую фразу, найти покупателя, да найти покупателя он может сам. Тогда это для меня, это первый раз я была на его семинаре несколько лет назад, думаю, да как это найти покупателя, это же самое сложное дело найти покупателя. Сейчас я уже понимаю, что найти покупателя это совершенно несложно, потому что покупатель дал ту цену, которую тебе нужно, на тех условиях, которые нужно собственнику, тут как раз и нужно покупать. То есть на лучшую цену, на лучшие условия, да, то есть да. Среди всех обратившихся. Да, и вот именно для этого нужен риэлтор, именно для этого нужен профессионал. И очень часто приходится вот таких вот людей, которые пытаются там руководить работой профессионала, да, вот во всем этом очень активно участвовать, потому что действительно покупатели делятся на 2 большие категории. Они говорят, что я об этом вообще ничего знать не хочу, вот вам ключи, все, я хочу, чтобы там через месяц эта квартира была продана. Присылай мне только предложение, вот только приходит оферта, вот мне их присылай, а с остальными вопросами меня не грузи, вот делай, как ты считаешь нужным. А бывают такие, которым нужно вот каждый шаг, каждый, а кто кому позвонил, а что он ему сказал, а почему он ему сказал именно так, и вот это вот все, вот он варится, причем он начинает мечтать, он начинает думать, он начинает тратить незаработанные деньги, а это, знаете, вот вообще наша профессия, она какая-то немножко мистичная, вот уже много есть примет, над которыми вообще смеются, а есть некоторые приметы, которые ну, действительно на удивление работают, вот это вот одна из этих, нельзя тратить незаработанные деньги. Вот если вот намечается какая-то сделка, то есть не надо думать, что я на ней заработаю столько-то, и на эти деньги я там сделаю там то-то. Вот только ты это подумал, ну, оно все разлаживается. Ну, не знаю, это мистика какая-то. Это даже не только собственников касается, это и самих риэлторов. Так это вот в первую очередь самих риэлторов касается, и собственников, как оказалось, собственников это тоже касается. Потому что вот если собственник начинает считать, думать, мечтать, то есть нужно просто отпустить ситуацию. Нужно просто, вот, чтобы собственник отпустил ситуацию и позволил работать. Но представьте себе, что вот, опять же, я вернусь к аналогии, что вы наняли врача, который должен вылечить вас от какой-то болезни. Врач начинает лечить, а вы начинаете говорить, а вот давайте еще поставим горчичники, а вот давайте еще вот тут вот сделаем вот такую вот там присыпочку какую-то. Но врач тебе скажет, знаешь, там сам умеешь себя лечить, иди лечись. Да. Вот. А я, если врач такой, которому, лишь бы заработать деньги, он может быть и с тобой ставить ему там. Да он ему еще дополнительно придумает. Ты что скажешь, давай мы тебе еще палец отрежем, чтобы тебе было намного лучше. Да, такое тоже может быть, поэтому ну, тут очень важно действительно найти общий язык с клиентом. И даже вот тот момент, когда многие, ну
немногие, некоторые клиенты боятся подписывать эксклюзивный договор, они боятся того, что они потеряют время, что они, вот, доверившись одному риэлтору, могут упустить там возможность посотрудничать с кем-то другим, и вдруг покупателя им приведет кто-то другой. Когда я им объясняю, что вы будете видеть, как я работаю, я буду отчитываться перед вами о своей работе. Если вас что-то не будет устраивать, если будет какой-то момент, когда вам покажется со мной работать напряжно, или вам покажется, что я делаю что-то не то, вы в любой момент вы можете об этом мне сказать, мы можем обсудить и можем расторгнуть договор. Потому что какие бы у нас там ни были записаны условия, но насильно мил не будешь. И точно так же я. Если я буду видеть, что вы мне мешаете в продаже, что если вы мне, ну, создаете такие условия, что я не могу просто ничего сделать, так извините, я подойду к вам и скажу, что нет, давайте мы расторгнем договор. Вы уже можете через, то есть не вы, правильно, вы можете своими действиями уже показать через неделю клиенту, то есть всю вашу работу, он уже через неделю понимает, что вы делаете. Вы не просто вешаете объявление тупо, и пока кто-то первый не позвонит. То есть вы уже динамику через неделю покажете, ну, как рынок реагирует на вашу работу. Да. По поводу хотела, то есть я вижу, у вас какая-то есть мотивация, да, вот все время вами что-то движется. Вот хотелось бы узнать, что вами движет. У вас все время там, вы на амбразуру там кидаетесь, вы готовы там закрыть любой вопрос своих клиентов. Ну вот интересно будет узнать, что у вас. Нет, ну, во-первых, это бизнес. То есть это реально бизнес, это деньги, на которые, ну, живет моя семья. То есть, ну, так получается, что я в семье главный кормилец. Ну, вот, да, ну, сын у меня, конечно, уже вырос, то есть он тоже уже начинает зарабатывать, но молодой парень еще пока еще, ну, у него, я думаю, что его золотой час еще немножко впереди. Ну, вот, мама пенсионерка, поэтому, в общем-то, получается, что, ну, зарабатывать нужно, и зарабатывать нужно не от случая к случаю, и не какие-то там деньги, которые хватит на то, чтобы там заплатить за квартиру, и там еще хватило там на еду немножко, а чтобы, ну, нормально жить, мы привыкли к уровню жизни такому, ну, мы не шикуем, кстати, вот нет ничего такого, что... То есть, чтобы люди не поняли, что мы тут, опять же, лопатой. Да они тоже не поняли, мы лопатой не гребем, потому что, ну, лишнего мне тоже не нужно, и поэтому, ну, мы живем так, как должен жить нормально цивилизованный человек. То есть, это не классно. Да, да, вот это вот эта категория. Мы отличаемся, хотя, конечно, хотелось бы там делать миллионные сделки, делать, чтобы это было бизнесом, но... Не знаю, дай Бог, чтобы это впереди было, но пока вот такое вот. То есть в первую очередь это, конечно, это. А во вторую, это, ну, понимаете, ну, интересно же. То есть вот действительно есть какой-то спортивный интерес. Ну, может быть, не спортивный, может быть, научный, может быть, какой-то просто познавательный. Потому что вот даже, я помню еще вот учебу в университете, когда нужно было читать какие-то, ну, нам очень много литературы нужно было читать. Некоторые книжки были действительно захватывающие, интересные, а некоторые книжки казались, особенно на первый взгляд, что, ну, скучные, но прочитать нужно. И вот ты усилием воли делаешь, ну, настраиваешься, что все равно вот автор же ее писал, он о чем-то думал, он что-то настраивал, ну, что-то себе там выстраивал, что это же не может быть просто вот набор слов. И вот нужно поймать эту мысль этого автора. И вот когда ее поймаешь, ну, у хороших книжек это происходит на первой странице, у плохих книжках это происходит там на 50-й странице. Но когда ты себя уже заставишь дойти до такого момента, ты уже понимаешь, что это, что действительно в ней есть интерес, да, и начинается легче читать. И поэтому вот каждый мой новый клиент – это открытая книга, которую понимаешь, интересно ли читать или неинтересно, и нужно ли ее прочитать или не нужно. Поэтому, ну, действительно вопрос. И потом, знаете, просто решение вопроса, ну, каких-то ситуаций, вот иногда, знаете, вот чему-то научился, и вот, ну, работаешь где-то вот, ну, на десяточку. Вот на десяточку, вот на таком уровне, да, каждый день это делаешь, оно хорошо получается, приносятся какие-то деньги, а потом приходится делать что-то более сложное. Ну, предположим, на 20. За рамки свои уже. Да, на 20 баллов. Да. И понимаешь, что твоих знаний уже не хватает. Тебе нужно обратиться еще за консультацией, тебе нужно узнать, тебе надо поговорить с коллегами каким-то. Ты поднимаешься до двадцаточки. И вот, и уже дальше начинаешь стараться работать на двадцатке. Потому что, с одной стороны, если ты думаешь, что если ты опустишься на свою десяточку, то ты будешь там легко зарабатывать, то нет, на самом деле, если ты опустишься до десяточки, ты опустишься до единички, то ты будешь заработать себе, будешь деградировать. А поэтому нужно стремиться все время подниматься. И поэтому получается, да, каждая новая сделка и каждый новый какой-то аспект, который появляется, он всегда развивает. Потому что был у меня период жизни, когда я, например, я панически боялась работать с новостройками, вот с строящимися объектами, особенно это было после элита-центра, мне казалось, что это просто, ну там что-то такое, темный лес, это там что-то такое, же, даже не дай бог туда вот ввязаться, а еще кому-то посоветовать там что-то покупать, то это, ты можешь там попасть просто, они попадут в проблему, и ты будешь вместе с ними. Ну,
Но потом со временем я действительно разобралась, на что нужно обращать внимание. Понятно, что риски, они есть везде. Ну, то есть, без риска в нашей жизни, никак нельзя. И человек должен понимать сам, отдавать себе отчет в тех рисках. Моя задача – рассказать плюсы и минусы того, что я имею. При необходимости привлечь профессиональных юристов, при необходимости привлечь каких-то профессиональных, может быть, технических мастеров, которые посмотрят, увидят, как это все строилось, как это все это было сделано. Но на самом деле, то есть, понимаешь, не будет кошки обжигать. Та же самая ситуация была с продажей там домов и земельных участков. Мне тоже казалось, что, боже, там какое-то там совершенно какое-то нереальное законодательство, там столько всяких разных нюансов. А когда меня спросят о чем-то таком, о чем я не знаю, я буду моргать глазами, не буду знать, что говорить. Я очень долго от этого всего отказывалась, но потом жизнь заставила, потому что я работаю с людьми. Если человеку нужно это сделать, я понимаю, что он нуждается в моих услугах, и больше ему обратиться не к кому, то я буду в этом разбираться. И я разберусь лучше, чем сам человек, если он там врач, если он художник, если он там еще кто-то, если он совсем далек от этого. Потому что все-таки мы находимся рядом с этим всем. И зная о том, как продавать квартиры, зная о том, как продавать там офисы, то есть разобраться, как продавать землю, это, наверное, проще, чем человеку, который вообще с этим и близко никак не сталкивался. Поэтому все время приходится развиваться и границы того, похоже, что нету. Просто действительно, предела совершенства, я не вижу. То есть еще нужно учиться, и иногда смотришь, общаешься с ребятами, с нашими коллегами, которые профессионально в сообществе риэлторы, да, и просто думаешь, какие они молодцы, что они и это знают, и всегда задаешь вопросы, и находится чем поделиться. И я могу что-то рассказать интересное, и очень много слушаю всего интересного. Опять же повторюсь, что я очень много учусь. То есть эти семинары, которые у нас проводятся регулярно, то есть редкий случай, чтобы я их пропустила. Хотя сказать, что я узнаю что-то принципиально новое или нет, любая фраза, любое что-то. Да, и потом даже когда кто-то перескажет, о чем там была речь, то есть это совершенно не то. Потому что я могу услышать что-то совершенно не связанная напрямую с тем вопросом, который передо мной стоит, но у меня вызовет это какую-то ассоциацию, я подумаю, что, может быть, я в своей жизни тоже смогу это применить как-то, и оно пойдет совсем по-другому. Поэтому надо действительно много общаться, много слушать. Мы как раз затронули тему нашего сообщества, и хотелось бы спросить и сделать акцент, что бы вы поменяли, в нашем сообществе, сомневаюсь, что надо менять, в окружении нашего сообщества, то есть на рынке, допустим, Киева, Украины. Знаешь, прежде чем говорить о сообществе, я хочу вернуться к одному из наших первых вопросов, когда речь шла о том, какие у меня преимущества. То, что я такая хорошая, так я стараюсь работать, это все понятно. То есть, конечно, я стараюсь это делать максимально, действительно. Одно из самых главных, все-таки мои преимущества, что я, несмотря на то, что я работаю одна, я частный предприниматель, у меня нет команды, я являюсь членом профессионального сообщества риэлтора. То есть это действительно, это несколько десятков человек, которые лучшие риэлторы города Киева, которые понимают современные технологии, которые тоже учатся, которые общаются между собой, которые обмениваются клиентами, и это действительно помогает нам продавать. То есть, как будет развиваться наше сообщество, предугадать сложно, основной это вектор, он уже четко и понятен, что мы будем развиваться и делать профессию риэлтора уважаемой и более цивилизованной, и востребованной, чтобы действительно все понимали, что обращаясь к риэлтору, они получают нормальную цивилизованную услугу. Они получают навязанные какие-то навязанный сервис, который не заказывал, который позвонил куда-то и все. Просто потому, что ты позвонил человеку, все, его уже записали в собственные клиенты, и все, и он уже кому-то должен. Что человек должен платить деньги только в том случае, если он понимает ценность этой услуги, если он в ней нуждается, и эта услуга ему в полном объеме была оказана. И члены нашего сообщества, они действительно, своей работой это показывают, они дорожат своей репутацией. Каждый это человек с именем, каждая фамилия, которая в нашем сообществе, это бренд, это действительно люди, которых знают. То есть это не просто какие-то брендовые мальчики и девочки. Вот знаете, слово вроде как одно и то же, а когда в крупных агентствах, видишь, когда они говорят скриптами, когда они говорят одно и то же, они выучили там какой-то десяток слов и говорят,
говорят, что вот если клиент сказал так, надо сказать вот так вот, а если сказал так, то надо сказать вот так вот. И чуть как задашь какой-то каверзный вопрос, они тут же теряются, и тут же не знают, что говорить. И вот это очень смешно иногда бывает, когда вот они начинают делать прозвон, начинают вот так вот разговаривать, а так вот просто, ну иногда хочется похулигарить, вот это вот, начинаешь вот задавать какие-то нестандартные вопросы. Вот, среди наших ребят такого нет, что действительно люди думают, они понимают. Которые более на человеческом языке общаются. Да, и общаются на нормальном человеческом языке, который мы клиенты лучше воспринимают, и коллеги лучше воспринимают. И самое главное, что мы помогаем продавать друг другу. То есть это наша система проведения дней открытых дверей, то есть многие ее не понимают, зачем это нужно, кому это нужно. Еще и делиться с кем-то, зачем? Как? Я хочу все заработать, с кем делиться. Да, когда на объект приглашаешь своих коллег, рассказываешь, что и они имеют право, имеют возможность предложить вот этот мой объект, по которому у меня подписан эксклюзивный договор, они имеют право предложить своим клиентам, и им не нужно продавать свою услугу клиентам, им не нужно говорить своему покупателю, что да, я тебе могу предложить интересный объект, но ты мне за это заплати. А то скажешь, так у тебя он есть этот объект или нет? Он скажет, если да, есть у меня, так а за что я тебе должен заплатить, если он у тебя уже есть? Ты же его не будешь для меня искать. Вот, получается вот этот парадокс, который не понимают многие участники рынка, вот те, о которых ты спрашиваешь. Вот это, конечно, очень тяжело, когда люди претендуют на комиссию от любого, кто им позвонит, любого, кто услышал о их работе, от чьей потребности они услышали, и все, они считают, что человек должен. Вот это, конечно, это самое неприятное. Самый момент, который от нас, от риэлторов, он, конечно, слабо зависит, но вот я смотрю, то есть зарубежные фильмы смотрю, общаюсь с зарубежными специалистами, да, специально ездила на семинар к Светлане Столяровой, американскому риэлтору, одному из лучших бизнес-тренеров, и я понимаю, что все-таки проблема нашей страны – это очень легкий вход в профессию. Знаете, это любой человек, который просто захотел стать риэлтором. Он может прийти в любое агентство недвижимости, поработать там какое-то небольшое время. Понял, не понял, научился, не научился. А потом он говорит, а что, я могу сам, что я должен с кем-то там делиться. И начинает заниматься самодеятельностью. То есть, а люди-то верят, люди-то не понимают разницы между действительно специалистом, профессионалом и человеком, который просто считает себе, что он риэлтор. Поэтому, если бы было какое-то лицензирование нашей деятельности или было бы какой-то более сложный вход, наверное, это было бы лучше. Вы все время вот сейчас рассказываете о системе партнерских продаж, по которой мы работаем. У нас на рынке есть другие системы, по которым работают, и вы также работали по другим. Хотелось бы интересно услышать от вас о других системах. Вполне возможно, что вы тоже работали по ним. Расскажите, что вы думаете. Я поняла. Технологий действительно много, и есть такие, которые околонаучные, которые действительно на тренингах обучают и как-то обосновывают. Есть такие, которые люди доходят сами опытом, методом пробы и ошибок. И я тоже, пока я пришла к системе партнерских продаж, я испробовала много, потому что действительно всегда хочется получать максимальные результаты, чтобы клиенты были довольны, поэтому все время экспериментируешь. И был у меня в жизни такой период, когда я клиенту предлагала на выбор несколько вариантов работы. То есть я предлагала, можно Киев вообще, у нас город такой с риэлторской точки зрения нестандартный, специфичный, да. Поэтому единая какой-то технология, хорошо, допустим, жителям Кривого Рога, у них изначально принято традиционно, что за услуги риэлтора платит продавец, покупатели не платят, им поэтому перейти к системе партнерских продаж было очень легко и создать у себя MLS. А в Киеве как-то так изначально сложилось, что за риэлторские услуги всегда платили покупатели, потому что всегда был дефицит объектов, желающих купить в Киеве недвижимость была всегда больше, и поэтому покупатели для того, чтобы быстрее купить, особенно в условиях рынка, который дорожал, они были готовы платить риэлторам просто за скорость их продаж, и поэтому вот эта вот технология, она так... Прижилась. Да, технология это назвать сложно, это просто, у людей есть потребность, они готовы за это платить, а целая масса людей, которые занимаются недвижимостью, этим пользовалась. Вот. И сейчас, хотя изменилось все в корне, изменились вообще и требования к риэлторам, и требования к объектам, и вообще
все, что делается, но порядок ценообразования очень многих агентств остался тот же самый, что за работу должен платить покупатель. И вот я своим потенциальным клиентам, продавцам, предлагала на выбор несколько вариантов работы. Вот первый вариант такой, как работает весь Киев, как работает там наше крупное брендовое агентство, что давайте я ваш объект ставлю себе в базу, начинаю его там рекламировать, наравне с аналогичными объектами, нахожу что-нибудь такое похожее, что продается, и вот начинаю все вместе рекламировать, по ним будут звонить какие-то покупатели, и этим покупателям буду объяснять, что они позвонили в агентство недвижимости, что мои услуги стоят денег, они должны мне будут заплатить за эти деньги, и вот если этот ваш объект им понравится среди прочих, таких же, как я продаю других объектов, то значит они купят ваш объект. Вы при этом мне абсолютно ничего не платите, сколько времени будем продавать, ну сказать сложно, но когда-нибудь, наверное, продадим. На любой товар есть покупатель, и когда-нибудь, конечно, он продастся. Вот, второй вариант, это, ну, он уже больше, ну, более понятный, более, скажем так, цивилизованный. Когда вы оплачиваете мою работу, только мою работу, то есть она стоит, ну, не сказать, что она стоит дешево, но, в общем-то, меньшую сумму, чем работа по системе партнерских продаж, с продажей по минимальные сроки с максимальным, по максимально возможной цене. То есть вы платите только за мою работу, ну, там, те же там 2,5-3%, я занимаюсь продажей вашего объекта, я его рекламирую без комиссии с покупателя, и все клиенты, которые мне звонят, я им это объясняю, что вы комиссию за мои услуги вы не платите, мне платит продавец, но если этот покупатель приходит не сам, а приходит со своим риэлтором, то его услуги оплачивать должен сам покупатель. То есть, ну, вроде как справедливо. Каждый платит своему. Вы меня наняли, вы платите мне, а того риэлтора нанял его покупатель, значит, он платит ему. То есть, вроде как все логично и просто, и сумма делится пополам, все такое, вот знаете, такая социалистическая справедливость. Но потом, в общем-то, с чем мы начали сталкиваться? С тем, что люди, которые работают, риэлторы, которые работают на покупателя и которые берут деньги с покупателя, они совершенно не заинтересованы в том, чтобы продать именно мой объект, именно ту квартиру, за которую мне платит мой клиент-продавец. То есть они становятся мне не партнерами, они становятся мне конкурентами. И они уводят покупателей, которые вроде как вот они уже вот они здесь, им все нравится, им все подходит. Да, вот они тепленькие такие, что вот их можно сейчас вот немножко там приведи еще несколько аргументов, и они купят эту квартиру. А коллега, который заинтересован в чем-то другом, вводит их на другой объект, на котором он заработает больше, или на котором ему будет там проще там, выполнить какие-то действия. И мы теряем опять тех же покупателей. Или третья система, вот именно работа по системе партнерских продаж. Да, это достаточно крупная риэлторская комиссия. Она достаточно большая для того, чтобы не только окупить мои услуги, оплату вот, услуги риэлтора, который представляет интересы продавца, а чтобы она была достаточного объема, чтобы я могла поделиться со своим коллегой, чтобы я могла привлечь своего коллегу-риэлтора, у которого есть покупатели. Может быть, покупатели не только те, которые находятся сейчас в активном поиске и которые готовы к покупке сию минуту, а те покупатели, которые в перспективе думают о том, что купить, которые, у которых есть деньги, но они думают купить им недвижимость или там вложить их в золото, или вложить там их в банк куда-то. И если им правильно это преподнести, показать все преимущества покупки этой недвижимости, они сделают выбор за это. И самое главное, чтобы моим коллегам не было необходимости продавать свою услугу своим клиентам-покупателям. Потому что, представляете, ну, абсурдность этой ситуации, когда звонит риэлтор своему клиенту-покупателю, то есть, как правило, это человек, с которым сложились какие-то доверительные отношения, это человек, который, ну, с которым есть какое-то общение, он понимает, они понимают там потребности друг друга. Знаете, говорят, у меня есть интересный объект, и я бы мог его показать только при условии, если вы мне заплатите за мою работу. Ну, естественно, покупатель скажет, да не надо мне, я не собираюсь тебя нанимать, на какую работу и платить за твою работу. Если у тебя есть интересный объект, покажи мне, а если у тебя нету, и ты хочешь, чтобы я тебя нанял, то не надо мне, я не собираюсь сейчас тебя нанимать. Не надо навязывать. Да, не надо навязывать мне свои услуги, не надо мне навязывать оплату за твои услуги. И поэтому в данной ситуации мне просто гораздо выгоднее получается работать по более высокой стоимости риэлторских услуг, но и с большим результатом. Это более выгодно для самого продавца. Да, и когда вот мне начинают считать вот эти стоимость риэлторских услуг, особенно, я говорю, если их начинают переводить в какие-то вот материальные, ну сначала в деньги, потом там в какие-то материальные вещи, начинают их там мерять там бутылками водки или там килограммами колбасы или там ремонтами в доме там или еще там в чем-то.
Да, или конфетами, то есть это получается, ну, конечно, суммы такие очень внушительные. И, как правило, они выше там, среднестатистической зарплаты там, среднего, там, да, среднего нашего человека, который работает нанятым где-то в какой-то компании, она не в разы больше. Вот. И я всегда говорю своим клиентам-продавцам, что не нужно считать мои деньги или считать деньги риэлторов. Давайте вы будете считать свои деньги. Вот после того, как закончится наши переговоры, закончится наша работа, вы придете к тому, что вы продаете этот объект по такой цене, которая вас устраивает. Вот если она вас устраивает, если вам это выгодно, вы свой объект продадите и с благодарностью с нами расплатитесь. Если окажется, что рынок не дал ту цену, которую вы ожидаете, то есть, ну, сильно не дал, и она вам никак не подходит, и вы понимаете, что вам лучше не продавать объект, а решить свою проблему как-то по-другому, значит, вы просто можете не продавать его. То есть и никто вас за это не будет наказывать, никто не будет штрафовать, никаких таких вещей в наших договорах не написано. Поэтому, в общем, сейчас я просто понимаю, что предлагать клиентам вот такую вот систему, как это раньше, можно так, мы же обожглись, много раз через это обожглись, когда начинали работать по системе продажи, когда комиссию платит покупатель, проходило несколько месяцев, ничего не происходит, время идет, люди переживают, а продажа квартиры это действительно это такое тяжелое дело не только для риэлтора, потому что действительно приходится тратить много сил, времени, денег и ну, действительно это затратная ресурсозатратная такая работа, а и самому продавцу, потому что жить в состоянии продажи квартиры, особенно если в этой квартире человек сам живет и живет его семья, а ее нужно поддерживать в таком виде, чтобы ее можно было регулярно показывать, приходят какие-то посторонние люди, задают какие-то вопросы, то есть это стресс, это действительно серьезный стресс, и очень хочется, чтобы этот стресс закончился как можно быстрее и самому собственнику, и нам, как риэлторам, потому что нам нужно переходить дальше, нам надо продавать следующий объект, а не так, чтобы этот объект зависал, как сказала когда-то одна из коллег, которая сегодня, кстати, она такого так до сих пор не может прийти к системе партнерских продаж, говорит, я работаю по старинке, но мне надо хоть что-нибудь заработать, потому что иначе у меня не получается. И вот она рассказывала ситуацию о том, как... И тут же сама рассказывает, как периодически вот продаются те объекты, с которыми она занимается, продаются без нее, потому что она не подписывает никаких договоров. Говорит, вот продался дом, я им занималась 3 года, представляешь, а они без меня его продали. Я говорю, а как же так? Ну, зато они мне долг вернули. Я говорю, в смысле долг вернули? Ну, когда они там начинали только готовить продажи, я им заняла там каких-то денег, чтобы они там сделали ремонт, сделали там предпродажную подготовку. Вот эти деньги они мне вернули через 3 года после того, как сами без нее продали дом. Ну, да, жалко, конечно, таких людей, жалко, конечно, таких сотрудников, которые вроде как считают себя риэлторами, не хотят уходить из профессии, но в то же время боятся что-то поменять в своей жизни. Им все время кажется, что если я сейчас откажусь от клиента, который не хочет работать по системе партнерских продаж, не хочет платить ту комиссию, которая действительно сделает сделку реальной, или подписывать договор, если он боится, то есть много разных причин может быть у человека, по которым он не хочет подписывать договор, и если ну, нет у коллеги аргументов, почему объяснить, что подписание договора это не кабала, это не страх какой-то, что вы будете чем-то ущемлены, это наоборот, вы получаете себе специалиста, который обязан заниматься вашим объектом. То есть не просто вы даете право кому-то попродавать что-то, а вы получаете человека, который взял на себя обязательство продать. То есть чувствуете разницу, да? То есть только кто-то имеет право попродавать, а имеет право и не продавать. То есть еще сервис вот от вас получается очень качественный. Не, ну это ну как, это само собой разумеется, об этом даже. Это для вас, для нас, в нашем сообществе, а для некоторых такое ощущение, что вот опять же те риэлторы, они со стороны приходят и навязывают свои. То есть там никакого зоны комфорта, даже речь не идет, там какие-то навязывания каких-то своих услуг, какие-то предложения непонятные. Ну, я через это прошла уже много-много лет назад, честно говоря, об этом уже забыла. Это же мне вообще просто, ну, действительно вспоминаю, да, действительно так оно и есть. Сейчас есть в Киеве. Да, и иногда начинаешь общаться с людьми и говорить, а почему вот вы умеете разговаривать, а они не умеют. Я говорю, да не, они умеют, они просто еще, ну, еще учатся, еще придут они, да, не пришли они еще к этому. Но то, что сервис, то, что действительно нужно делать то, что нужно для продажи, но в то же время, опять же, не переходить ту грань, чтобы клиент понимал, что риэлтор это не...
нанятый там секретарь, который будет за тобой бегать и будет занимать тебе очереди там где-то в ЖЭКе, чтобы бумажки. Там да, и носить тебе бумажки, то есть это абсолютно не работа риэлтора. То есть работа риэлтора действительно создать спрос на объект, правильно, грамотно руководить этим спросом, найти ряд покупателей, которые заинтересованы, и вместе с клиентом выбрать действительно лучшего покупателя, чтобы объект был продан по самой максимальной цене. А сейчас, кстати, такое очень неблагоприятное время для переговоров с клиентами-продавцами, потому что любой разговор приходится начинать с разочарования. Всегда очень хочется рассказать людям что-то хорошее. В период, когда рынок был на подъеме, когда цены на недвижимость росли, бывали даже случаи, когда приходит, спрашивает человека, сколько вы стоит там, сколько вы хотите за вашу недвижимость, они называют цену. А ты ему говоришь, что так дешево? То есть реально можем продать там процентов на 10 дороже. Они говорят, что правда? Я говорю, да, правда, и быстро продастся, потому что я знаю цены, я знаю там спросы, я знаю запросы клиентов, поэтому реально мы сможем продать ее дороже. И продавали, действительно, люди благодарили. А сейчас получается так, что приходишь и приходится людей возвращать на землю, рассказывать о том, какая ситуация на рынке сейчас, переубеждать их, что вот эти аргументы, что мы в них вложили в эту квартиру столько-то, мы ее покупали за столько-то, мы ремонт сделали за столько-то, а нам столько-то нужно, иначе мы там свои проблемы не решим. Нам сказали, что мы столько получим. Да, а вот сосед мой продал столько-то, а друг мой считает, что это дешево, а надо продавать дороже. И вот таких вот разговоров всегда очень много, и вот это приходится переубеждать. И приходится, опять же, возвращаясь к аналогии, недавно, не моя аналогия, не я ее придумала, но она мне очень понравилась. Из иностранных клиентов кто-то коллег рассказывал о том, что рынок недвижимости сейчас можно сравнить с приливами и отливами в океане. Когда смотришь в океан, идет волна, море, все купаются. На следующее утро смотришь на этом же самом месте. Море ушло. А в этом же самом месте какие-то лужи, в которых болтыхаются дети, вместе с ними там сидят их родители и тоже там играются. И у них спрашиваешь, подождите, а где море? Они говорят, как где? Ну вот оно есть, ну вот какое-то оно такое странненькое, ну болеет немножко, ну вот какое есть, вот такое вот море, вот оно такое. Вот будем в нем жить. Хотя на самом деле, если пройти там на несколько там десятков метров туда дальше глубже, то море-то там находится. И поэтому можно, конечно, бултыхаться вместе с клиентом, как делают, к сожалению, большинство риэлторов, которые не умеют продавать свою услугу, которые не умеют просто объяснить клиенту свою ценность своих знаний, ценность своего опыта. Что то, что вы говорите не для того, чтобы это просто как можно быстрее там вспихнуть объекты, начать заниматься другим, а чтобы и клиенту было выгодно, потому что, я уже несколько раз в этом разговоре говорила, что для нас важнее всего это сохранить уважение клиента, получить от него рекомендации. Потому что я давно не занимаюсь тем, что я звоню по телефонам людей, которые хотят продать квартиру и предлагают свои услуги. Чаще ко мне звонят и мне предлагают, чтобы я занялась продажей того или другого объекта. И когда я им объясняю, что у меня существует репутация продающего риэлтора, не просто того, кто попытается попродавать, а именно продающего, то есть для этого мне нужно действительно работать в определенных условиях, и чтобы клиент с собой согласился и в правильной стартовой цене, тогда мы сможем продать по максимально возможной цене. И в условиях подготовки, предпродажной подготовки объекта, и в условиях самого процесса продажи. То есть это целая наука, это все же, это в двух словах это не скажешь. И поэтому, и моя задача, и задача вот всех ребят, которые работают в нашем профессиональном сообществе риэлторов, чтобы продажа была максимально комфортной для клиента. Но опять же, комфортная не в том плане, что вместо него будут ходить и носить его портфельчик за собой, а действительно просто сократить к минимуму этот сам тяжелый процесс и получить максимальный результат. Смотрите, может так показаться, что работа у нас... в начале разговора мы рассказали, что есть наши коллеги, которые работают в какой-то там зоне комфорта, и они там, на ногу положили, и там щелкают, и у них все легко получается. Почти весь разговор мы говорили, не все так легко, есть какие-то сложности. Опять же, мы не все время работаем, находимся в рабочем. Как вы свой досуг проводите, хобби? То есть,
Я знаю, мне интересно, что вы... Хорошо, о досуге сейчас скажу немножко о зоне комфорта. Потому что зона комфорта, каждый для себя определяет ее сам. Потому что для кого-то зона комфорта, это действительно, это тратить на работу буквально там несколько часов времени, сидеть где-нибудь на берегу океана и по телефону руководить там работой компании, это для него зона комфорта. А для кого-то зона комфорта, это постоянно находиться в работе, постоянно находиться в бегу, да, потому что иначе, если он останавливается по любой причине, там, в связи с болезнью, там, отпуском или что-то, он сразу начинает вообще, да, терять. Поэтому я для себя, например, нашла ту зону комфорта, когда действительно я не работаю в спешке. Я объясняю клиентам, что у меня такого нету, что вот мне позвонили, я сейчас сорвалась. Ну, бывает, конечно, исключение. Понятно, что бывает, если вот нужно отреагировать прямо сейчас, я могу подкорректировать планы, я могу это изменить. Но, как правило, у меня запланировано, модное слово с твоей легкой руки, которое тоже прижилось у меня, тайм-менеджмент, то есть, в общем, регулярно этим занимаюсь, то есть у меня на несколько дней вперед спланированы мои дни, и если кто-то что-то с какой-то там с новым заказом или с новым чем-то пытается вклиниться, вот хочу прямо здесь и сейчас, то есть я выясняю, это действительно важно прямо здесь и сейчас, или потому что ему так просто так хочется, нет, значит, давайте вот найдем какое-то определенное время, в которое мы с вами встретимся, и чтобы это было действительно комфортно и мне, и вам, и потом в результате это принесло хороший итог. Потому что на бегу, в спешке, оно, как правило, и получается, вот такие вот результаты, какие-то корявенькие. Да, поэтому как раз риэлторство – это та профессия, которая позволяет для себя самому создать эту зону комфорта. А если человек не может себе работать в соответствии с каким-то собственным тайм-менеджментом, он начинает суетиться, он начинает хвататься за все подряд, и в результате… Все падает. И в результате, да, ничего не делает, из рук все падает, это, конечно, ужасно, а потом люди разочаровываются в профессии, говорят, ну, кому оно надо, когда звонят там среди ночи, куда-то ездить приходится, и целый день куда-то бегу. Недавно рассказывала хорошая знакомая, тоже один из наших членов системы партнерских продаж, рассказала, как она работала тоже поначалу, когда она вечером, укладываясь спать, не могла понять, почему она не может уснуть, а потом вспоминала, что она просто в течение дня забывала поесть. Ну, знаете, конечно, может быть, на каком-то этапе, когда очень это интересно, можно так попробовать какое-то время жить, но жить в таком состоянии, конечно, это нельзя. То есть работа действительно должна быть комфортной. И опять же, мы уже говорили о том, что работу риэлтора многие считают, что у нее свободный график работы, ничего подобного. То есть он не свободный, он просто гибкий. Он действительно гибкий, ты можешь для себя устраивать. Если ты понимаешь, что тебе нужно сегодня освободить день, значит, ты можешь свою работу перенести на вечер или на ночь. Я, например, очень люблю там на письма клиентов отвечать там ночью, это там после 12 часов ночи, вот они уходят. Да, чтобы спокойненько, взвешенно, чтобы я понимала, чтобы меня не дергали там другими звонками, чтобы я не отвлекалась, чтобы я могла нормально там писать письма или там размещать рекламу или что-то такое, вот, или новые тексты какие-то вдумать. Поэтому каждый для себя строит это все по-своему. Вот. А если говорить о хобби, хобби, у всех, конечно, кто-то чем-то занимается для души. У меня кошки. То есть у меня дома живут две взрослые кошки, у которых периодически то в одной, то в другой бывают котята. То есть это шотландские веслоухие котята, очень симпатичные. Сейчас у нас как раз новый выводок, который собираемся продавать. Вот продаем, честно скажу, что мы их не раздаем бесплатно, мы их продаем. Но сказать, что это там какой-то источник дохода, абсолютно это не бизнес. Потому что для того, чтобы это было бизнесом, таких кошек надо иметь штук 6, наверное, и чтобы это было постоянно один за другим. Плюс там, да, это тоже целая система, которой надо заниматься. То есть меня просто радует вот этот вот процесс зарождения новой жизни. Понимаете, когда смотришь на вот этого котеночка и понимаешь, что если бы на то не было твоей доброй воли, то есть его бы вообще на свете не было. А так вот оно есть, вот оно только слепое, теперь оно ходит, теперь оно делает свои первые шаги, вот оно выпадает из гнезда первый раз, а второй раз уже вылазит уже там на своих ножках. И это действительно очень трогательно, очень приятно. И люди даже, которые покупают уже котят, они этого всего не видят, вот этот процесс его вырастания. И видите, и опять же начинаешь проводить аналогию со своей жизнью, со своей работой. Что вот начинаешь с нуля, а потом все-таки развиваешься, становишься таким вот красивым. Она раскрывается. Да. Умным, интересным, очень хочется быть нужным для наших клиентов, и это, наверное, в нашей работе самое главное. А вот чтобы нужным становиться, и для себя ответить на вопрос, да, для чего мы нужны в этом процессе для клиентов. Я думаю,
чтобы задать этот вопрос самому себе, то есть нам для начала цели какие-то поставить, чтобы как это, не следовать, а соответствовать этим заявленным в твою сторону, как это сказать, ожиданиям. Да? То есть у вас есть не ожидания, а цели и мотивация, к которой вы стремитесь. То есть цели с мотивацией работы, там, в вашей жизни, они как-то там пересекаются, не пересекаются. То есть чем бы вы могли там поделиться и, может, кого-то замотивировали бы своими целями, которые, ну, может, чьи-то отличаются? Ну, цели, я не знаю, что ты имеешь в виду, материальные цели. Наверное, они... Знаете, могу свои рассказывать, но, опять же, общаясь с людьми, понимаю, что цели вообще, ну, неожиданные. То есть, есть у вас какие-то интересные цели? Ну, возьмем... Ну, раз мы сейчас по работе общаемся, вот в нашей работе, есть какие-то цели? У нас есть общая цель, да, допустим, в нашем сообществе, там, цель создания МНЛС, да? Но опять же, у нас есть какие-то свои, ну, может, более мелкие, там, если брать... Но создание МНЛС — это тоже не цель. То есть цель действительно создание цивилизованного, нормального рынка недвижимости. Но это инструмент. Да, это создание инструмента для решения вот этой вот, это задача, да, благодаря которой мы достигнем цели, увеличение продаж и подъема собственного авторитета. Но, наверное, в общем, на данном этапе сейчас это, ну, для меня достаточно важно, потому что я инвестирую, ну, достаточно много времени и в то, что, ну, вместе со своими коллегами мы создаем и правила, и работаем над бизнес-этикой, и обсуждаем над кодексами, над всеми. Да, то есть вот, такие, вот такая вот задача, поэтому цель такая у меня не индивидуальная, а такая групповая, общая, да, общая, что действительно сделать профессию риэлтора. Можно сказать, даже социальная, да? Да. То есть не просто там заработать денег. Но в то же время это не цель, которая просто ради интереса это делает, потому что я тут вспоминала, что бесплатной деятельностью, такой социальной деятельностью, я последний раз занималась, когда я была в пионерской организации. Но уже когда я пришла даже в комсомол, да, я прошла через такой период, когда я была членом комсомольской организации, я работала уже в обкоме комсомола на платной основе, то есть мне уже за это платили деньги. Вот, а тут мы пока работаем, не получая за это деньги, но мы работаем на перспективу, потому что понимаем, что если этот рынок недвижимости заработает так, как мы себе это видим, так, как он работает в цивилизованных странах, да, то есть от этого лучше станет и нам, мы будем зарабатывать, и в первую очередь лучше станет клиентам, потому что рынок недвижимости, он должен быть безопасным, он должен быть цивилизованным, он должен быть комфортным, чтобы действительно можно было... То есть всем сторонам, не только продавцам, а именно и продавцам, и покупателям. Да, да. И самим участникам, то есть посредникам непосредственно. Да, а в материальном плане, конечно, хотелось бы, чтобы это было, чтобы это были доходы не просто средние, а чтобы это были доходы, позволяющие жить хорошо. Тоже недавно вот у одного бизнес-тренера слушала такое, ну, такое видение, что люди, которые работают на двоечку, ну, получают даже не двоечку, а единичку. Да. Люди, которые работают на троечку, ну, они где-то получают троечку. Люди, которые работают на четверочку, они тоже получают где-то там троечку. Люди, которые работают на пятерочку, они получают пятерочку. То есть действительно уже вот это, эти люди ценятся, это уже хорошие люди. А вот люди, которые номер один, которые вот действительно лидеры, они получают даже не пятерочку, они получают в разы больше. То есть, и даже если это говорить, и в этом вот, ну, такая вот цель, чтобы мы с нашим сообществом, чтобы мы заняли такую нишу на рынке, чтобы мы даже работали не на пятерку и зарабатывали свою пятерочку, вот, а чтобы мы стали номером один, чтобы все понимали, чтобы к нам стояла очередь, чтобы все понимали, что если к нам обратятся, то эта услуга будет оказана быстро, качественно, очень выгодно для всех сторон, и, соответственно, чтобы это было оценено материально. Когда меня там кто-то спрашивает, что вот ты там кому-то оказала там какую-то услугу, ты там что-то рассказала, он тебя должен там за это как-то там отблагодарить. Я говорю, знаешь, я с тех пор, как придумали деньги, я буду благодарить каким-то другим способом, уже просто в этом нет необходимости. Поэтому, ну, вот, значит, получается, наши заработки – это мерило нашего, ну, наших целей, да, наших достижений. Марит, завершая наше видео, хотел бы попросить у вас советы для новичков, чтобы вы посоветовали им, на что обращать внимание, на какие мастер-классы. Обучиться чему-то.
Ну, что касается новичков, в первую очередь посоветовала, чтобы они для себя внимательно, хорошенько подумали, разобрались, сознательно ли они идут в риэлторскую профессию, поговорили с кем-то из опытных риэлторов, поняли особенности, поняли то, что их ожидает, чтобы не было так, как вот многие поступают сейчас в институты, и когда они думают о престижности вуза, думают о названии специальности, которая сейчас там на слуху, и совершенно не думают о том, кем они станут после того, как они этот институт закончат. И потом сколько получается дипломированных специалистов, которые по своему диплому не работали никогда в жизни. То есть это, конечно, грустно. Это просто потерянное время, когда человек мечтает об одной работе, а получает образование совершенно по другой специальности. Поэтому тут в первую очередь, прежде чем начинать обучение, прежде чем начинать какие-то конкретные действия, связанные с профессией риэлторства, нужно понять, так ли вы себе представляете, хотите ли вы действительно быть риэлтором, и готовы ли вы посвятить свою работу именно этой деятельностью. Если все-таки вы решили, что да, это вам интересно, да, вы хотели бы этим заниматься, тогда очень важно определиться с выбором агентства и выбором партнеров, куда вы придете работать, потому что новичок сам, самоучкой, он, не сможет начать работать. То есть когда я решила работать самостоятельно, до этого я уже проработала много лет, провела большое количество сделок. Я только и то, вот я начинала работать, и все думала, если мне вот нужно будет с кем-то проконсультироваться, а вдруг моих знаний не хватит. И слава богу, что я нашла таких коллег, таких партнеров, как профессиональное сообщество риэлторов, с которыми мы работаем вместе. Конечно, может быть, не так часто я к ним обращаюсь и не ожидаю какого-то постоянного обучения, но тем не менее, ощущаю защищенный тыл, скажем так. Вот. Поэтому для новичка очень важно, конечно, найти агентство, в котором он начнет работать. И прежде чем определиться на каком-то агентстве, то есть нужно не громким именем, не какими-то титулами, не какие-то титулы ставить в первую очередь, а нужно понять, как они работают, как они сотрудничают в принципе с коллегами, с партнерами. И если агентство противопоставляет себя всему остальному рынку недвижимости, вот с таким агентством лучше не сотрудничать, потому что они хорошему не научат. Когда действительно... Поэтому нужно выбирать, в идеале, конечно, чтобы это было агентство, которое работает по системе партнерских продаж, но учитывая то, что эта система пока только развивается, нужно как минимум выбирать агентство, которое лояльно относится к работе с партнерами и всегда сотрудничает. В таких агентствах, как правило, есть свое внутреннее обучение какое-то. Все это обучение нужно пропускать через себя, через собственное представление о том, как это хорошо, как это плохо. Всегда нужно, что плохо, нужно думать о том, нужно ставить себя на место покупателя. Знаете, как если хочешь поймать зайца, нужно влезть в шкуру зайца. И поэтому, оказывая услугу покупателю или продавцу, нужно поставить себя на его место. И вот как бы ты хотел, чтобы с тобой работали? Если ты понимаешь, что в агентстве тебя учат чему-то такому, что тебе бы как покупателю или как продавцу было бы неприятно, то это нужно там 100 раз подумать, стоит этим советом следовать или не стоит. Как бы какие бы они ни были там, как мне говорили, что вот если ты так сделаешь, то ты гарантированно получишь деньги. Я несколько раз говорила, еще раз повторю, наша цель не гарантированно получить деньги. Наша цель – оказать такую услугу клиенту, чтобы ему понравилось, и он с радостью заплатил эти деньги, чтобы действительно с благодарностью, да, и еще порекомендовал тебя своим партнерам. Потому что только в таких условиях эти деньги радуют. А если ты получил деньги любой ценой, просто потому что ты вот загнал этого бедного клиента в угол и сказал, что вот ты обязан нам платить, потому что ты позвонил мне, и я уже сделал труд, я пришел, показал тебе объекты, поэтому ты мне должен заплатить какие-то деньги, это, конечно, ужасно. Вот. А потом, после того, как уже достигнете какого-то уровня, пройдет какое-то количество сделок, какой-то получится опыт работы, имеет смысл выходить на более широкое обучение. К сожалению, в Киеве эта ниша еще не очень заполнена. В общем-то, я тоже даже сама подумываю о том, что, наверное, я приду в скором времени к тому, что для новичков буду проводить какие-то мастер-классы или какие-то обучающие мероприятия, по крайней мере, рассказывать о системе партнерских продаж, о ее преимуществах и достоинствах.
И о тех проблемах, с которыми сталкивается наш рынок недвижимости в жизни, и просто их, ну, их не видит. Он бьется, и не может их сформулировать для себя. Вот, а хотя, ну, в нашем сообществе мы их для себя сформулировали, мы поняли, как с ними бороться, и благополучно преодолеваем и развиваемся. Вот. Посещать любые обучающие мероприятия — это нужно и полезно, только нужно, конечно, изучать темы и, ну, создавать какую-то для себя, ну, определенную последовательность, ну, какой-то цикл изучения. Хотя это не обязательно будет идти там, от начала до конца, что сначала мы научились там различать там планировки домов, потом мы выучили юридические вопросы, потом мы выучили там вопросы там оформления документов, потом еще что-то, но не всегда так получается, потому что жизнь, она сложнее, она многогранная, потому что или открываться, как вот как в компьютерной игре, когда будет там кусок открываться, там кусок, но потом в результате, когда откроется все поле, знаете, это очень приятно, когда вот смотришь и понимаешь, что действительно, что здесь происходит, и ты этой ситуацией еще и управляешь. Вот. Один из лидеров, которому я очень благодарна, и все наши коллеги очень рады, что он является членом нашего сообщества, я говорю об Артуре Оганесяне, проводит, конечно, потрясающие мастер-классы, которые, ну, дают очень много полезного. Но хочу сразу предостеречь, что новичкам, которые вот только приходят в профессию, пожалуй, не стоит начинать свое обучение сразу с мастер-классов такого уровня. Потому что, ну, я сама, когда первый раз пришла к нему, ну, было ощущение того, что вот взял рецепт блюда какое-то, скажет, да это все просто, это все очень хорошее. Берете соус бешамель, потом к нему там добавили, подождите, какой соус, что такое бешамель? Вот так точно, вот когда вот если новичок, он приходит к Оганесяну, и тут начинает им рассказывать о вещах, которые нам уже теперь кажутся все, ну, простыми, очевидными. Действительно, это логика рынка, это логика торговли. Это все очень, действительно, все укладывается очень хорошо. А новичку, конечно, это особенно привыкшему это каким-то другим принципам, которому что-то услышал, что-то ему говорит другое, для новичку, конечно, это сложно. Поэтому к этому нужно приходить уже позже. Ну, а вообще самое главное — понимать, что риэлторство – это образ жизни. Это действительно это профессия, которой нужно посвящать всего себя. То есть и все остальное уже подстраивать. Хотя на все хватает времени. И на хобби хватает времени, и на встречи с друзьями, и на родных. То есть родные абсолютно не чувствуют себя ущемленными. Поэтому, в общем-то, нужно стараться жить полноценной жизнью. И только тогда наши клиенты будут довольны, что они с ними общаются не загнанная лошадь, там какой-то незамученный там, от всех тяжелых трудов там риэлтор, а действительно человек, с которым приятно пообщаться, приятно поговорить, который понимает, что он делает это с видимой легкостью и как бы играючи. Хотя мы с вами знаем, что это все делается не очень легко и не очень играючи, но тем не менее клиенты этого чувствовать не должны. А на последней ноте о клиентах хотел бы вас попросить уже, ну, завершая наш интервью, разместить ваши ссылки на ваши профили в Фейсбуке, на ваш сайт, чтобы ознакомились наши зрители с вами, вполне возможно, захотят они зафрендиться. Если вы разрешите, размещу, и уже вполне возможно вы продолжите там отвечать на их вопросы уже в онлайн. Да, конечно. У меня на ЕСТВИ хорошая страница, там очень много моих статей, причем не только мои статьи, там действительно интересно читать даже комментарии к чужим статьям и общение, то есть там действительно было очень интересное общение. А потом сайт мой, который персональный, почему я сейчас делаю на нем акцент, я его сделала вот своими руками, то есть не будучи программистом, не имея там какого-то компьютерного образования. То есть я просто вот, ну, я обычный пользователь, такой, как многие из нас, да. То есть юзер такой вот, ну, даже не очень продвинутый, скажем так. И вот, нажимая там на определенные кнопки, все на русском языке, все подписано с помощью там конструктора сайтов, я его создала полностью своими руками. Зато я знаю, что я от него хотела, что туда надо добавить, что надо убавить. То есть это не надо никому нанимать. Это я рассказываю тому, что люди, которые особенно давно в профессии, мы говорили о новичках, а те, кто давно в профессии, с ними, кстати, еще бывает сложнее, чем тем, кто приходит новичками. Потому что новички, они — это чистый лист, который учится и который быстро приобретает новые знания. А те, кто работали когда-то давно, и они знают, что вот газета «Авиза» — это круто, и если даже газету объявления в «Авиза» не только по вторникам, а по вторникам и пятницам, это будет дважды больше там результатов. Что нужно не бояться, нужно делать себе сайты, нужно пользоваться.
пользоваться интернетом, нужно пользоваться новыми технологиями, а они развиваются очень стремительно. Поэтому это хорошее подспорье для работы риэлторов. Но опять же, не для того, чтобы продавать какую-то информацию, которая у нас есть и больше, чем у нас нету, а действительно оказывать полноценную услугу своим клиентам. Тогда поблагодарю вас за предоставленное интервью. Надеюсь, это не последнее, и уверен, что не последнее. Буду тогда прощаться, и вам спасибо. Да, Саш, есть еще о чем говорить, много тем, можно, конечно, не одно такое интервью записать. Вот, я хочу поблагодарить тебя за то, что ты эту идею вынашивал долго, начал воплощать в жизни, продолжаешь ее воплощать. Я думаю, что наши интервью будут кому-то полезны. И надеюсь, спасибо. И вам спасибо. Все, всем пока. Пока.